Так, у нас вот на пляже соревнования. Володя Бодрячук организовывает. Кстати, человек, который за свои средства организовывает и детские соревнования, покупает кубки, грамоты, бесплатно вручает. Обращался к местной власти, но никто его не поддержал. Вот так сам и давай, мастер-класса я жду от тебя. Давай. Да, вот. Во, получилось. Да, ветер заносит. Вова, каменючку положи туда, она ветер заносит. Это в парке славы у нас цветет жасмин. Такой целый ряд кустов. Через весь парк проходит. Кусты так расположены, что на обе стороны забора деревечка. Вот и наш управляющий делами исполкома на работу идет. Каштаны, акация отцвелась, но зато такие прекрасные розы у нас. Рядом с юностью. Такой прекрасный розарий на фонтане. Рядом с юностью. Красота. Ромашки еще не расцвели. Жимолость цветет, аромат такой очень сильный у меня. Росла в палисаднике, но зимой как-то замерзла. Ягодки вот то появляются, их можно кушать, но они очень-то на вкус такие приятные. Это у нас забор храма Андрея Первозванного, так он. На Соколе по проспекту Победы расположена харчевня и такой палисадничек сразу за ней. Это хозяева харчевни так постарались. Где красота. Розочки. Нормальная кухня, пивко, вип-зал, недавно сидели отдыхали. Черемуха недавно только цвела, уже ягоды
скоро созреет. Так куст красиво цвел. Теперь вот ягоды такие появились. Название не знаю абсолютно. Столько всего диковины у нас растет. Все. Понавозили из-за соков. Рыбачка рыбачит с утра. Вода зашла. Вот и боржа подплыла, фортуна. Пустая. Ловить рыбка большая, маленькая. Сейчас она подгонит тетя рыбочку. Может быть, а может и нет. Самоходная баржа называется, видите, без буксира, самоходная. Возле суда самые шикарные розы. Давно не подходил, специально подошел из-за роз. Вот такие белые, огромные. Рядом возле старой автостанции такой дом рыбака у нас шикарный. Дальше идут украинские колбасы, там ряд магазинчиков пошло. Рядом с детским миром такие цветочки расцветали, желтенькие, очень красивые. Вот такой мостик намостили, то есть под мостик для бар Рич. Рядом с юностью скамеечки, да? Все со столиками. Сегодня последний день мая, начинает цвести липа. Шелковица уже почти поспела. Здесь немножко даже отпадает. Голуби сразу подбирают. Да, Гулька, кушаешь? Пчелы так гнут. Вот липовый мед. Катальпа некоторые уже начинает цвести в полную. Не все деревья, но вот у нас такое дерево, местные называют банановое. Так стручки вырастают, похожие на банан. Нам быстро шелковица созрела и сразу сыпется. Голуби подбирают. Пенсионеры ждут бесплатного автобуса на даче. Паркером возле альтанки установили такой путеводитель. Маршрут Днепровская Елея называется.
Так, початок маршрута. Клуб ДК Мерия, камень вышивалки, купели, это Хрещенская купель, тоже там плавни, острова, да, такие кувшинки там летом красиво в речище. Наши платаны, как написано на дворе скульптуры. Тарас Григорьевич Шевченко возле летнего. Кристалловые джерела. Кто-то водит, не водит, даже не знаю, есть экскурсовод по этому маршруту. Это так, наверное, путеводитель, потому что пройтись это и плавнее, и плавать нужно, и ходить, и ездить. Не заходи, если что.